Дорогие ребята, к нам под Новый год пришло много писем с просьбами о подарках новогодних. Ребята и дети из Борисовского района деревни Лошница. И поэтому приехали мы к вам в Лошницу посмотреть, а что это за ребята. А давай, дедушка, посмотрим, как они подготовились ко встрече Нового года. Посмотри, Снегурочка, как ребята украсили нашу школьную елку. Они сделали все это своими руками. Да-да, дедушка Мару. А на этой замечательной выставке ребята представили свои новогодние поделки. Слышишь, Снегурочка, какой-то шум здесь пошел. А это ребята поют новогодние песни и рассказывают стихи о зиме. Большие молодцы и действительно заслуживайте своих новогодних подарков. Будьте здоровы и пусть Новый год принесет счастье, радости и улыбки. С Новым годом поздравляем!